то, что многие ожидали от вас, то, что после тяжелого перелома вы уйдете из спорта, не состоялось. Как было ощущение после травмы и как вы себя пересилили? Нормально, потом начал тренироваться, и все. Правда тогда, что вам Сокольский сломал руку во втором раунде, и вы со сломанной рукой все 5 раундов дрались? Да. А как рефери, как сказал вам тогда тренер? Работать надо.